let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть State of Decay. Что там, война что ли какая-то? В последней серии мы разрушили мост вместе с военными, которые обнаружили, что их правительство, их начальство все смоталось куда-то в неизвестном направлении. И теперь тут царит полное беззаконие. Единственный закон — это наша группировка и группировка вот этой судьи, которой, как я и говорил, не особо доверяю, но при этом и вражды у нас особо нет. Сегодня мы поедем к ним, спросим у них, где находится шериф. И нам скажут, что где-то здесь вот несколько домов, в которых можно его поискать, он вышел на дело. То есть этим делом мы уже занимались, но у нас не очень хорошо получилось, поэтому давайте попробуем сегодня. Наш персонаж устал. Нет, наш персонаж не устал. Давайте дадим ему побольше оружия. О, там кто-то лупит. Вообще, может, вместо дробовика... Давайте, может, дробовик уберем. Патроны тоже. Мы возьмем что-то более крутое. Типа, не знаю, вот этой штуки. Хотя у нас, по-моему, машинган был. Не знаю, куда-то подевался. Лучше всего вообще пока что из того, что я видел, это СКС. Эта штука, по-моему... Так, какая быстрее стреляет? В принципе, они равнозначны, но СКС — это наша российская винтовка. Поэтому она, соответственно, сердцу роднее. Давайте-ка мы глушак к ней прилепим. Так вот. Оп, хорошо. Подожди, что не ставится? Может, она не стоит уже? Да. На 6 выстрелов. Так, ладно. И надо патронов под нее. 7,62. Где-то так вот. Я думаю, это даже лишнего. Так, хорошо, и какую-нибудь гранату. Ну, просто, чтобы зомби глушить. Коктейлей хватает. А гранат у нас, походу, нет. Давайте отвлекалку возьмем одну. Все, погнали. Тихо. Ой, крик. Офигеть. Как это все вовремя. Так, ну, во-первых, ты. Во-вторых, все очень плохо. Хорошее начало. Они машину ломают. Вот это мясо. Так, все, готов. Что она делает? Да, блин, добит его. Это просто прорыв. Справляется вроде. Хорошо, ладно, поехали по своим делам. Продержались. Стройматериалов у нас не так, чтобы много. Охрана, блин, чего вы не пасете? Ну, конечно, я по-своему виноват, потому что вокруг нас... Ой, блин, по нашей идее пробежал. Вокруг нас очень много инфестейшенов. А я их так и не удосужился зачистить, пока не до того. Так, сватовских не прострелишь, их можно только сломать. Отлично. Все, погнали. Дверь, наверное, надо было все-таки закрыть. Хорошо, поехали. Офигеть, тут зомби.
Ночью, я думаю, еще больше будет. Так, в принципе, у нас вот тут вот есть дело. Нет, это просто Feral Z. Это... Еще косты, говорит, построить. Ну, надо будет, надо. Сейчас вернемся, сделаем. Отлично. Орды не хватало только. Где-нибудь тут. Вот в этом домике, допустим, полицейского управления. Так, ну что, попробуем. Получится. Looks like a good spot for an outpost. Should I tell everyone to pack up? Yeah, tell the gang we're building an outpost here. Хорошо, еще один outpost. Теперь, где здесь можно сложить свои вещи? Что это? Блин, не подходит уже. О, отлично. Так, нам нужен глушак. Attach. Нам нужно чуть-чуть еще патронов. Да, в принципе, нормально. Хорошо. Это будет наша точка отправной. У нас 10 тихих выстрелов, и это вполне себе... Ой, блин. Самый подходящий момент. Давай. Психанул. Крику. Так, лады. Крикунов что-то дофига стало. Это меня начинает беспокоить. Блин, машина моя стоит. Так, хорошо. Не ты, а кто же? Я не помню уже, мы это делали. Холден Чарчилл. Выясни, где Карл. I'm looking for Carl. Anybody seen him? The sheriff? Yeah. He went out about an hour ago. Честно, он ушел. Said he was going to hunt down this feral bastard that's been stalking our trolls. Феральных зомби сказал пойдет. Не знаю, где он может быть, но скажу, где примерно. Все как всегда. Пойдем найдем Карла. Хорошо. Наконец мы к этому вернулись. Так, ну что, в прошлый раз тактика езди, дави и шуми не особо нам помогла, как вы помните. В итоге нас самих чуть не сожрали. Это был самый опасный момент, наверное, в игре. Сейчас попробуем как-то подъехать как можно ближе. А вот пост теперь у нас прям тут есть. Блин, она одна ходит. Давайте задавим. Бежит собака, пока с ним будут драться, еще прибежит. Я же говорил, аж три. Нет, все-таки придется что-то такое сделать. Блин, эта миссия просто невыполнима. Он идет, нет там.
откуда уберетесь, мать вашу? Вот и какой. Отдохнешь, как все. Хорошо. Я надеюсь, там пусто? Нет, там не пусто. Anybody home? Карл, влезай. I'm loaded up. See you back at base. Roger that. We'll be waiting. Так, короче, в этом доме его нет. Но где-то тут. Но где именно, найти не могу. Ты все. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Такое ощущение, что там, может, второй этаж есть, потому что, блин... Да не знаю. Тут... Тут тоже нет. Блин, там орда подходит. Наш аутпост вообще круто. Так, ну тут его тоже не слыхать. Блин, а где он? Может, мне более тщательно как-то надо поискать, там проверить. Да, не лезет. Я должен тут проверить. Тихо. Anybody in here? Так, ну и тут его нет. Короче, как нужно вообще поступать, чтобы засчиталось, что ты полностью обыскал эту локацию? Нужно полностью проверить каждую комнату. Здесь вроде норм. По крайней мере, есть чем поживиться. Куда он, блин, нафиг мог деться вообще? Карл, hey, а вот ты. Я хотел с тобой поговорить секунду. Тихо. Этот сукин сын убил четверых моих людей за последние три дня. Я не хочу быть пятым, поэтому потише будь и следи внимательнее за всем. Так, а он нам предлагает найти ферал зомби. Офигеть. Это нужно еще выяснить, где. Понятно. Нужно понять, где он. Он его ищет тут. Вон он что. Так, ну хорошо. Будем искать вместе с тобой. В принципе, я не думаю, что он появится в тех помещениях, где мы уже были. Вот, допустим, в этом доме. А сейчас мы все-таки пройдем через него. Да нафиг. Или он туда через дорогу лучше сбегать. Сожжем его просто и все.
Так, походу здесь. Явно тут. Опасная, блин, хрень. О-хо-хо-хо-хо. Спокойно. Вот и все. Теперь что-то хотел спросить. Мне интересно, можете мне сказать о той девушке в гараже, Бека? Ты имеешь в виду Алекс? Надеюсь, я ей проблем не причиню с этим. Так ты ее знаешь? Да, я ее знаю. Арестовал ее в свое время. Она была проституткой. Но при этом хорошим человеком. Я пытался ей помочь очиститься от всего этого, но она не смогла. Но сейчас она называет себя Беккой. Ладно, спасибо за информацию. Не знаю, зачем ты у меня это спрашиваешь, но я хочу дать тебе совет. Некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Похоже, что все закончено. Ладно? Отлично. Так, тут прямо рядом с нами что-то есть. Помочь Рэю с заставкой. Пойдем. Рэй мутный парень, но при этом, блин, хороший. Он помогает людям и дает им то, что им нужно. Не знаю. Так, спокойно. Over here. Hurry. Жуткий такой. Hey, there's my friend. О, друг мой, говорит. Получить 3 коробки патронов. На простой миссии по доставке. Ну, давай. Let's do this. Отлично. То есть я ее взять не могу. Придет свою выкинуть. Ну, хорошо. That ain't gonna work. That ain't gonna work. Почему я не могу, интересно? That ain't gonna work. That ain't gonna work. То есть теперь миссия не работает? Ладно. Сначала, видимо, надо загрузить моё, потому что игра считает, что у меня этого нет. Поэтому я не могу это скинуть. Хорошо. Damn, блин, не та машина. Damn, да беги ты уже, ну. Так, сейчас поедем к нашему аутпосту в полицейском участке. Ой, орда. Потихоньку уходим. Блин, не получилось. Бегут? Не бегут. Все, валим. Так, хорошо. Жаль, что нельзя рюкзак свой большой скинуть. Так, это стэш. Так, ну ладно, надо вернуться домой тогда, что ли. И таким макаром только. По-другому что-то у нас не получается. Но вообще, я думаю, это не сюжетное задание уже, поэтому особой важности в нем нет. Сейчас посмотрим, может, на что другое поедем, потому что, блин, опять сюда возвращаться. Наша джетта. Похоже, по крайней мере. Так, нет, не сюда. В принципе, сейчас у нас ближайшие задания, насколько я вижу, это всякие второстепенные, не сюжетные, поэтому
Надо присмотреть сюжетом все-таки. Потому что так вот игру можно бесконечно играть. Нужно маленько по ней продвинуться хотя бы. Как в предыдущей серии. Так, лады, приехали. О, снайперы работают. Отлично. Так, ну и ты у нас тут и остаешься, а мы с собой возьмем Маркуса, почему бы нет. Подожди, а почему я не могу? Не могу переключиться. Интересно. Он, наверное, на дело ушел. Или все резко на меня обиделись. Так, пора, короче, не приготовить, по-моему, еды. Потому что это не очень хорошо. Так, это спальня. Стройматериалы, что ли, понасобирать? Что-то происходит. Так, вот кухня. Блин, жатвы не хватает на это. Смотри, игра реально заглючила. В очередной раз заглючила. Мы теперь ходим с этим рюкзаком, как будто у нас его нет. И при этом мы не можем подобрать там то, что нам нужно было, потому что он у нас за спиной. Круто. Да, отлично. И при этом я не могу переключиться на другого персонажа. Но это потому, что мораль у нас низка. Я думаю, в ближайших сериях мы будем поднимать мораль. Сейчас нам нужно найти жатвы. И нужно найти кирпичей. Погнали тогда так. Вот это вот почему не дает, что ли, вообще никаких дивидендов? Damn, I'm tired. А вот Маркус идет. Так, ну раз Маркус идет, то и мы пойдем. Хорошо. Я думаю, это наш бак и вылечит. Сходил, блин, по делам. Так, ну чё? Не пришел еще. What's up? Блин, никак вообще. Ой, это печально. Я просто не совсем уверен, как мы сейчас будем подбирать что-то. Я думаю, потом уже загружу игру. Это все поправится, но сейчас, похоже, у нас прикольный такой баг, который нам не даст пройти дальше. Круто. Так, где здесь еда, может быть? Вот это у нас, по-моему, не почищено. И здесь у нас, кстати говоря, по-моему... Так, ну-ка. Свободно. Офигеть. Бежит, кстати. Так, что у нас тут? Тут у нас, допустим. У нас топливо. Мы его не можем взять. Мы можем хотя бы вот так. Топливо пригодится. Эу, ты чё пришёл? Так, хорошо. Okay. Looks like those zombies were close by.
Еда, еда. Блин, это не круто. Да, вот это возьмем пока. Еду надо забрать как-то. No Zeds here. Почему я не могу на них переключиться? То есть мне сначала их полностью откормить надо будет, что ли? Да. Вообще, вот это не круто, то, что ты выходишь из игры, и за то время, пока ты не играешь, либо в нее играешь каждый день, либо вот с такими вот последствиями расклевываешься. Это, по-моему, серьезный имбаланс. Так, ну я не знаю, что мне сейчас делать. Я не могу брать вещи. И, в принципе, квестов каких-то таких тоже дел нет. И вот этот баг, то, что пишет вокруг нас слишком много инфестейшенов, ну, блин, вот одно, все, больше нет. Чё паниковать-то? Тут мы почистили. Где еще у нас инфестейшены? Здесь тоже нет. Ну, то есть их можно, конечно, обнаружить, если вот сюда вот залезть на вышку куда-нибудь. Здесь еще, наверное, будет одно. Но это все равно не повод там волноваться. Ой, не знаю, короче. Поехали, посмотрим на что-нибудь, потому что не получается. В том районе попробуем еще раз что-нибудь сделать. Персонаж, потому что вообще не боеспособен, ничего не может, ничего не хочет. Может, он сейчас сможет все-таки взять эту свою штуку. Отлично. Ладно, валим. Так, ну что, попробуем. Почему бы нет? Мне, знаете, кажется, на самом деле, что нифига не получится. Пока серию не закончим, у нас будет тупо затык на месте. Так, спокойно. Здесь на арту нарваться легче легкого. Ну не могу я эту штуку взять. Не могу и все. Обидно. Блин, может дать персонажа скушать? Нет, Израиля я не отдам. Да, блин. Короче, поехали домой. Спокойно. Слезь ты, мать твою. Нормально. Ну и что? Что я хочу сказать? Игра, вы за последние серии 3, наверное, столько багов увидели, что это пипец просто. А крутая, но настолько забагована, что временами просто не пройдешь определенное место. Не знаю, сейчас попробуем. Переключиться на другого персонажа не могу, потому что она за то время, что я не играю, я не могу в нее каждый день играть. Возможности нет. А за то время, там дня 4, пока я не играю, персонажи успевают вот прийти в полную панику, проголодаться, там чуть ли не какаться в постели, я не знаю, ну как-то не самостоятельно таким быть можно. Дурдом. То есть заходишь, у всех опять мораль на нуле, припасов нет, все сожрали. А тут еще и рюкзак зависает. Кошмар. Беда. Я надеюсь, к ПК-версии это все поправят, но пока что все довольно печально. Так, давайте попробуем еще раз положить. Я сомневаюсь, что это получится, конечно, сделать, но... Мало ли. Нет, все по-прежнему остается на месте. Ну и что, давайте на этом закончим, наверное. Попозже я попробую еще, не знаю, там денька через два поиграть. Может, к тому моменту они уже тут перегрызут друг друга. Я не знаю. Я каждый раз выключаю игру, думаю, в следующий раз включу, что еще с ними будет. Не знаю, посмотрим.
Ну, для вас разницы не будет, то есть вы, как обычно, увидите по серии в день, несмотря на то, что я говорю, там, не пробовал столько дней, попробую через столько дней, для вас выходит по серии в день. Так что увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.